Приближается знаковая для белорусов дата – 75 лет со дня Великой Победы. 9 мая Минск традиционно облачится в праздничный наряд. Специалисты предприятия «Минск-реклама» показали, как украсят столицу ко Дню Победы. В соответствии с эскизными предложениями, которые были разработаны творческой группой дизайнеров нашего предприятия, мы готовим конструкции уже к установке и монтажу по городу Минску. Уже практически готово панно на фасаде педуниверситета к монтажу с наружной рекламы этого праздника. Ну и, соответственно, все малые формы. Любой конструкции будет элементом проходить символика нашей страны. Вот это площадь независимости. Здесь мы видим бигстенды, здесь мы видим талисманы, здесь мы видим медали, ну и, конечно, флаговая композиция. Здесь мы видим площадь Октябрьскую, появится новая конструкция, это такая стела, в которой тоже собраны разные памятные места со всей страны. В праздничной тематике будут оформлены два проспекта. Это проспект Победителей, проспект Независимости. И оформление мы предлагаем вот такими пилонами, которые крепятся на мачтах освещения. Уже на этой неделе в пределах Минской кольцевой дороги начнут появляться праздничные плакаты. Все работы по оформлению города планируют завершить до конца апреля.